Ребятушки, всем привет! Очередная посылочка от компании NASDAQ. Покупайте акции, облигации. Если не знаете как, спросите меня. А тем временем мы открываем посылочку. Посылочка такая большая, увесистая. Ух ты! Посмотрите, что это. Это конфетти. Ну, это того стоило. Ладно, посылочка, значит, занимает место в два раза меньше, чем вот эта коробка. И вот эту вот пустоту заполнили вот таким наполнителем. Прикольно, прикольно. Так, и второй слот. Давайте посмотрим, что это. В мешочке что-то. Ну, значит, что-то непростое. Так. Достаем. И смотрите, какая красота. Кружка. Дно. Какой-то материал, честно говоря, не пойму. Такой шероховатый. Я так понимаю, чтобы не скользило и, наверное, чтобы, ну, в общем, тут двойное дно, чтобы, когда заливаете сюда горячий чай, кофе, чтобы оно своим теплом, ну, не обжигало там скатерть, что такое. Так, а это что такое? Ага, тут имеется резьба. Так. Чашка, торговая марка Dakota, 473 мл, 16 унций. Так, в общем, пьем мы его так, а если с кофе мы идем на улицу, либо где-то в поездке, можем его вот так зафиксировать. И вот такое вот тут сливное отверстие, с него можно пить. А, и причем, смотрите, рассчитано под правшу, да? Который человек вот правша, и он правой рукой вот это вот отверстие открывает и пьет. А если я левша, то что я делаю? А ну, может, тут можно и под левую руку. Так, оно. Так, раз. Два, да, должно быть и под левую руку. Так, нет. Вот, да, теперь смотрите, и под левую руку, вот левой, и могу пить. Так, изнутри чашка такая прям металлическая. Слышите, да, звук? А снаружи? И снаружи металл, ну, с каким-то с нанесением какого-то покрытия. Ну и вот, NASDAQ, лучшему трейдеру первого квартала. Вот такая вот посылочка получилась. Все, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.